Накануне нового учебного года в нашем регионе продолжается традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». Представители разных профессий и призваний, меценаты, предприниматели, волонтеры, неравнодушные граждане стремятся принять участие в этой доброй акции, чтобы помочь ученикам из многодетных семей подготовиться к школе. Бизнес-леди из общественного объединения Усть-Каменогорска «Ниет Вумен» активно участвует в благотворительных мероприятиях. И, конечно же, не стала исключением традиционная акция «Дорога в школу», в ходе которой около 40 детей школьного возраста Усть-Каменогорска получили в подарок школьные принадлежности от представителей общественного объединения. К слову, бизнес-леди становятся организаторами благотворительных мероприятий не только в областном центре, но и в семье. Совместно с отделом соцзащиты и наше сообщество, и плюс были спонсоры, которые нас ежегодно поддерживают, мы раздали очень большое количество рюкзаков, их было 40 штук, то есть 40 детей получили такую радость, и семьи получили помощь. Я всегда призываю людей к благим действиям, и, возможно, на следующий год кто-то тоже захочет участвовать в этой нашей благотворительной акции. Всегда будем рады каждому новому спонсору. Я бы хотела выразить огромную благодарность за помощь ближе к школьному сезону. Всем деткам желаю отличной учебы, здоровья. Основная цель акции – помощь малообеспеченным семьям в подготовке к новому учебному году. Ребята и их родители очень обрадовались подаркам, ведь в преддверии 1 сентября канцелярские принадлежности очень необходимы. Фатима Айдын, Назира Адах, Юлнур Райканов, Алтай Ахпарат.